Мы все стремимся стать успешными, тянемся поближе к мегаполисам, чтобы заработать на жизнь, но в итоге они нас поглощают, подстраивая под свой бешеный ритм, навязывая то, что на самом деле нам не нужно. Но стоит только на короткий миг выброситься из беличьей клетки, как мы сразу начинаем припоминать о настоящей жизни. Так, до куда мы едем? Давай-ка, говори. До Нальчика. До Нальчика мы едем? Да. Ну-ка, повтори. Че, отвернулся? Давай, говори в камеру. До Нальчика. Скажи, как ты здесь оказался? Видео, вообще каким-то чудом. Телепортировался, походу. Ты сядь нормально, ты неправильно сидишь. Нормально я сижу, я что-то. Это ты неправильно сидишь. Вот так вот сидишь. Водопадов. Не было. Ни одного. Так. Были только скалы, но место очень популярное, и жили здесь, кто бы вы думали, балканцы. Да, если я правильно их называю. Так. Вот. Но жить хотели не только они. Их многократно пытались захватить. Злые люди. Много злых людей пришло и стало убивать людей, убивать мужчин, резать мирных жителей. И гордые балканские девушки отказались сдаваться в плен и жить в рабстве, и предпочли броситься со скалы. Вот. Но и все пришли на край скалы и стали прыгать в реку. Но их длинные красивые волосы зацепились за скалы, и теперь, спустя много лет, с этих скал струятся их прекрасные волосы. Да? We'll be right back.
где-то около 12 мы позавтракали, ну и ближе уже к часу вышли, поплутали, ну, ближе уже к двум, пошли нормальный маршрут. Ну, перекусили, пообедали, да, все как положено. И сейчас время 18:30, пришли на ночевочки. Самое то. Миша, твое слово, Миша. Как у кого-то, да? Очень, очень вкусно. Очень вкусно. Где еда? Еда у нас в душе. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой.